Привет, друзья! Рад вас видеть на моем канале. Сегодня у нас на обзоре один из самых популярных видеорегистраторов – Mio Viva V25. Это устройство обещает сделать ваши поездки спокойнее и безопаснее благодаря множеству полезных функций. Я расскажу о всех его возможностях, разберем плюсы и минусы, а в конце поделюсь своим мнением. Так что не отходите далеко, будет интересно. Ссылки на товар уже в описании, а мы начинаем. Mio Viva V25 – это тот случай, когда стиль сочетается с функциональностью. Компактный и аккуратный корпус делает его почти незаметным на лобовом стекле. Его габариты впечатляют: высота всего 62,3 мм, ширина 59 и глубина 32 мм. При таких размерах весит он всего 65 грамм. Легкий как пушинка, но при этом надежный. Это устройство не займет много места, но точно будет незаменимым спутником в дороге. Кстати, не забудь заглянуть в описание под видео, там я оставил ссылки на проверенные магазины и эксклюзивный промокод для скидки. Будет полезно, если захочешь сэкономить на покупке. Mio Viva V25 – это не просто видеорегистратор, а настоящий помощник на дороге. Итак, что делает эту модель особенной? Во-первых, точный GPS. Он не просто фиксирует ваше местоположение, но и предупреждает о приближении камер контроля скорости. Это значит, что вам не придется нервничать и внезапно тормозить. Все под контролем. Причем GPS автоматически обновляет дату и время, так что путаницы с временными метками точно не возникнет. Качество записи здесь на высоте, Full HD с широким углом обзора в 135 градусов. Это означает, что картинка будет детализированной, а в кадр попадет максимум информации. Экран у модели небольшой, но четкий, 2 дюйма. Этого вполне достаточно, чтобы просматривать записи прямо на месте. Ну и одна из ключевых функций — G-сенсор. Если происходит резкое торможение или удар, регистратор автоматически включает запись и сохраняет видео, которое невозможно стереть. Полезная вещь, если нужно разобраться в ситуации после ДТП. Переходим к отзывам владельцев Mio Viva V25. Я тщательно изучил мнение покупателей и выделил ключевые моменты. Начнем с минусов. Минусы. Перезагружается после обновления. Потери сигнала GPS. Нет встроенного аккумулятора. Плюсы. Точное предупреждение о камерах. Удобная шкала приближения к камерам. Четкая картинка. Компактность. Стандартное крепление. Широкий обзор. Без смазываний и шлейфов. Удобное управление. Ну что ж, на этом все, друзья. Надеюсь, этот обзор был полезен и помог вам разобраться с возможностями Mio Viva V25. Не забывайте, что ссылки на магазины и мой эксклюзивный промокод для скидки уже ждут вас в описании под видео. Обязательно пишите в комментариях свое мнение об этом регистраторе. Мне интересно узнать, что вы думаете. А если вам нравятся мои обзоры и хотите видеть больше интересных выпусков, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч и удачи на дорогах!